Как я рад вас видеть. Вам уже лучше? Да, со мной все в порядке, спасибо. Ваш господин уже встал? Старый или новый хозяин? Барон Понмерси. Он все еще спит. После первой брачной ночи. Разбудите его. Но немедленно. Я буду ждать его в гостиной. Одного. Нам вас очень не хватало. Казетта хотела потанцевать с вами. Я не умею танцевать. Но это еще не преступление. Никогда не употребляйте это слово ради красного словца. Вы выглядите счастливым. Это правда. Я почти счастлив. Почти. Мое счастье не может быть полным, пока я не узнаю, кому я обязан своей жизнью. Кто спас меня, жертвуя собой. Инспектор полиции Жавер. Это он вас спас. Жавер мечтал увидеть мертвыми многих моих товарищей. Зачем ему меня спасать? Он очень часто ошибался в людях. Вы думаете, что знаете меня, но на самом деле... Я пришел вам сказать, что я бывший каторжник. Почему вы смеетесь? Вы мне не верите? Господи, нет, конечно. Я провел на каторге 19 лет за кражу и... неоднократные попытки к бегству. Можете проверить. Меня зовут не Фавор, а Вальжан. Жан? Вальжан. Пусть так. И что же? Ведь само общество заставляло вас скрываться и выдавать себя за другого. Вы слишком великодушны, Мариус. Вам надо стать твердым и безжалостным. Подписывая акт о вашем бракосочетании, я допустил ошибку, расписавшись не своим именем. Если это выяснится, ваш брак будет недействительным. Казетта не носит фамилию Фашлева? Нет, это все ложь, Мариус. Все, кроме того, что Казетта любит вас. Я даже не знаю, как ее зовут по-настоящему. Ту девочку я... Вы нашли? Купил за 1500 франков. Купили? Как животное? С ней обращались как с животным. Но я ничего ей не рассказывал. Ни о ней, ни обо мне. Конечно же. Она этого не переживет. Как вы могли? И зачем же вы доверили мне свою тайну, если никто об этом больше не знает? Вот именно. Это тяжкий груз. Я не могу его носить больше в себе. Вы не знаете, как это ужасно. Быть единственным, кто знает про себя все. Вальжан. Жан. Каторжник. Личный номер 9430. Я больше не могу. Жавер знал. Он знал. Но... теперь он мертв. Почему вы решили посвятить меня в свою тайну? Я хочу исчезнуть из жизни Казетты. Теперь ее жизнь должна быть прекрасной. Если я останусь, боюсь омрачить ее своим темным прошлым. В одиночку мне не хватило бы сил исчезнуть. Итак, я хочу попросить вас помочь мне. Если вас не затруднит... Я не хочу, чтобы вы страдали. Я люблю ее. Я люблю Казетту. Да. Как отец. Нет. Я люблю Казетту. Я думаю, вам лучше уйти.
Это вы? Да, я проходил мимо. Я подумал, я должен узнать, желает ли месье вас видеть. Месье и мадам, вам стоит привыкнуть. Подождите здесь. Месье сказал привести вас сюда, в гостиной много людей. Я понимаю. Как она? Прекрасно. Я ее отвлекаю, устраиваю вечера и приемы, вечера. Надеюсь, вы не собираетесь сделать из нее пустоголовую кокетку. Простите, меня это больше не касается. А вы? Как у вас дела? Хорошо. У меня все хорошо. Как большинство, я нахожу, что зима слишком затянулась. Зима или нет, просто этот период как-то затянулся. Казетта рассказала мне, что она проходила по улице Плюме. Не волнуйтесь, она не заходила. Со стороны дом кажется нежилым. В какой-то степени, по моей вине, он кажется пустым. Что вы ей сказали, чтобы объяснить мое отсутствие? Я придумал легенду, которая вам должна понравиться. Вы отбыли по делам в Лондон. Она не удивилась, что я ей не написал. Я сказал ей, что мы получили письмо, адресованное нам двоим. Замужней даме этикетом запрещено принимать личные письма. Она попросила меня прочитать его, но я сказал, что потерял. Но когда-нибудь мне же придется приехать из Англии. Вы что-нибудь придумаете? Вы свободный человек, без привязанности. Свободный? Жан Вальжан. Свободный? Какие слова, Мариус. Я не могу больше уделять вам внимания. У нас гости. Обед вот-вот подадут. Будет лучше, если вы больше не вернетесь. Почему бы вам не исчезнуть навсегда? Это избавит вас от необходимости лгать друг другу. Я отдал вам все свои деньги. Ну что ж, я к ним не прикасался. Возьмите. Я не могу. Это приданное Казетты. Мне не нужны эти деньги. Потому что они от меня. Потому что я не знаю, откуда они на самом деле. Поставьте себя на мое место, каторжник, и 600 тысяч франков. Это наводит на размышления. Это честные деньги. Вы мне не верите? Я настаиваю, чтобы вы их забрали. Я хотел бы попросить вас об одолжении. Мне очень дороги мои два канделябра. Передайте их, пожалуйста, через Лоренна. Я знаю, что ты не спишь. Ты плачешь? Это был он, да. Я узнала его голос. Он даже не захотел меня увидеть. Он не хотел тебя беспокоить. У тебя же были гости. Беспокоить меня, его дочь? Он очень спешил.
Не успел он вернуться, как ему срочно нужно снова уехать, на этот раз в Египет. Он планирует нанять филюгу, чтобы спуститься по Нилу. Так что... Так что написать он сможет еще не скоро. Курьеры в этих странах нерасторопны. Что ты от него хочешь? Он стареет. А когда люди стареют, они становятся эгоистами. С тех пор, как мы поженились, он ни разу не пришел. Ты думаешь, он меня избегает? Он попросил меня рассказать тебе все. Но самое главное, сказать, что он тебя любит. И просил, чтобы ты за него не волновалась. Ангел мой, ты же его хорошо знаешь. Он всегда был скрытым, молчаливым. Он даже не остался с нами, когда мы праздновали свадьбу. Он не провел ни одной ночи в комнате, которую ты приготовила для него. Мой дорогой Мариус, моя дорогая Казетта, я наконец прибыл в Каир, добрался без приключений. Это очень шумный и немного грязный город. И здесь тоже много нищеты вокруг. Но прекрасное солнце затмевает все и согревает мои старые кости. Ваши канделябры. Благодарю. Месье сказал, что вы должны дать мне письмо из Египта. Передайте месье, что нет никакого письма и никаких новостей из Египта. Кто-нибудь может купить эти лекарства? Моя дочь. Она живет здесь? Вы прекрасно знаете, что нет. Откуда мне знать? Я не знаком с мадемуазель. Мадам. Она очень удачно вышла замуж. Я счастливый человек. И не говорите, что вы ее не знаете. Только она могла прислать вас ко мне. Я не посылал за доктором. Меня прислал месье Жильнорман. Он заплатил мне хороший гонорар за то, чтобы я пришел сюда. Значит, это не Казетта беспокоится обо мне. Ну что ж, я закончил осмотр. Вы пришли слишком поздно. Перестаньте. Ваш недуг легко победить. Главное, не падать духом. Самое лучшее лекарство – желание жить. Желание жить. У меня оно было так долго, и оно было таким сильным, что, боюсь, я растратил все жизненные силы. Ваше тело растратило не все жизненные силы. Тело еще поборется. Оно еще и не такое видало. А вот душа отказывается жить. Тело двигается, а душа нет. Наверное, это и есть смерть. Да. Здесь достаточно ткани, чтобы сшить тебе галстук. Когда ты наденешь сюртук, ничего не будет заметно.
Одежда. Вот что делает человека благородным. Ты произвел на меня почти такое же впечатление, когда я увидела тебя в первый раз в форме сержанта. Я должен быть похожим на посла. Конечно, ты похож. Если у нас все получится, я куплю тебе настоящий костюм. Со всем, что полагается, с перчатками и галстуком. А я одену тебе с иголочки, как настоящую даму. Мы будем гулять по улице. Прячутся только нищие. Только что доктор Барнетт вышел отсюда. Я попросил его осмотреть меня. Вам не здоровится? Я чувствую себя хорошо. Он рассказал мне о состоянии отца твоей жены. Отец Козетты путешествует по Египту. Нет, нет, мальчик мой, нет. Мне можешь не врать. Сказки про Нил прибереги для Козетты. Он вот-вот испустит дух. Лорен сказал, что он в очень плачевном состоянии. Он с трудом его узнал. Это мой долг. Помочь ему. Ваш долг? Вы ли это мне говорите? Он не разделял ваших политических взглядов. Он вам никто? Тогда как из-за политики вы оставили умирать в нищете моего отца. И вы рветесь спасать человека, который... Вы даже не знаете, кто он на самом деле. Я знаю, что он стар. И я тоже. Или я должен знать еще что-то? Да. Нет. Послушайте, делайте то, что считаете нужным, но Козетта... Она не должна ничего знать. Некто месье Теннард желает поговорить с вами, месье барон. Такой час? Уже почти полночь. Что это за господин? Он говорит, что он бывший посол. Посол? Проводите его ко мне. Господин посол, прошу. Месье, как вам уже сказали, я посол в отставке. Это сразу бросается в глаза. Я собираюсь ложиться спать. Будьте кратки, что привело вас ко мне? У меня ностальгия по экзотическим странам. Я хочу вырваться отсюда, но это стоит недешево. Я пришел не за благотворительностью. Я хочу продать вам одну тайну. Вам интересно? Говорите. Господин барон, у вас в доме мошенник. Он проник в ваш дом под фальшивым именем. Его зовут Жан Вальжан. Я знаю. Он каторжник. Даже это я знаю. Ну вот, я и пришел, чтобы сказать вам это. Я знаю его очень давно. Это все? Нет, самое интересное впереди. История убийства, она обойдется вам в 20 тысяч франков. Я расскажу вам все. Всего лишь 20 тысяч, и вы узнаете правду. Нет. Нет. Ну хорошо. Согласен, это много. 10 тысяч. Ни единого лиарда, Тенардье. Как вы меня назвали? Ты предпочитаешь Жанрат? Господин барон ошибся.
500 франков. Если у месье барона серьезное намерение, у меня тоже. Но даже и без 500 франков, я бы вам все рассказал во имя правосудия. Я дал тебе эти деньги, чтобы ты ушел. Я знаю твою историю. Вальжан украл хлеб 40 лет назад. Он заплатил за это слишком дорого, дороже, чем ты когда-либо заплатишь за свои преступления. Вы не все знаете. Вальжан не только вор, он еще и убийца. Ты зря теряешь время. Я знаю о нем все. Он заслужил свое право на забвение и прощение. Господин барон, в июне прошлого года, в день восстания, я находился в главном водостоке Парижской Клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену. Я встретил там Вальжана. Он нес на себе труп. Я сразу понял, что он убил его недавно. Кровь, которая сочилась у бедняги из раны, была еще теплой. Вальжан прошиб ему голову. Я нашел у трупа вот это. У трупа? Да. И ты видел его лицо? Нет, там было очень темно, но я прекрасно разглядел убийцу. Это был тот, кто вас интересует. Тенардие, даже выйдя из канализации, ты дурно пахнешь. Это запах гнусности. Ты хотел обвинить этого человека, но только что оправдал его. Хотел его погубить, но добился того, что его возвеличили. Теперь он так же чист, как ты грязен. Ты меня не испугаешь. Я знаю, тебе достаточно, чтобы отправить тебя на каторгу. Не утруждайте себя, я уже приговорил. Но меня еще нужно поймать. Вот, 10 тысяч франков. Спасибо. Вы очень добры. Благодари Ватерлоо. Ты спас жизнь одному полковнику, забыл? Но он помнит. Он следит за тобой с небес. Почему же он допускает, чтобы ты оставался на свободе? Я не знаю. Это тайна мертвых. Тайна Господа. Нет, ты избежишь гильотины, потому что завтра отправишься в Америку со своей дочкой и Фурией женой. Я дам тебе еще 20 тысяч, когда ты будешь на борту. А сейчас пошел вон отсюда. Месье, хотите, чтобы я вызвал полицию? Мой фиакр мне, быстро. Вит! Козетта. Козетта, вставай. Поднимайся. Быстрее. Быстрее. Который час? Боюсь, что слишком поздно. Быстрее. Не одевайся. Потом. Улица Плюме. Улица Плюме. Значит, папа вернулся. Он никуда не уезжал. Это я все придумал. Он придумал? Ты не врал? Ты врал мне, любимый? Не называй меня любимой. Я чудовище, я подонок. У меня есть только одно оправдание. Я люблю тебя. И когда он сказал мне, что любит тебя, я испугался. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Ты сомневался в моем отце? Я не только сомневался. Я не ищу себе оправдания, но, может, если бы ты была на моем месте... Нет, я никогда не буду на твоем месте. Неужели ты думаешь, что я никогда не задавала вопросов? Что я никогда не интересовалась, какой была его жизнь до меня? Откуда он? Из какого ада он вышел? Не говори ничего. Это не важно. Я представляю самое худшее, но это никогда не мешало мне полностью верить ему.
Карета доктора, который лечит моего деда. Что это значит? Что мой дед достойнее меня. Скажите, вы приехали поздно, но вы же сделали что-нибудь. Вы ведь можете ему помочь? Ему нужно лекарство? Единственное лекарство, в котором он нуждается, это она. Доктор, вы что-то забыли? Это хорошо, потому что я хочу, чтобы вы оказали мне последнюю услугу. Услугу. Вы видите эти два канделябра? Вы не могли бы зажечь их перед уходом? Да, вы правы. Вот она, смерть. Она здесь. Я и не представлял, что это будет так легко. Казетта. Это ты, Казетта. Моя Казетта. Не плачь. Это такая радость. Если бы ты знала. Я думал, что умру, так и не увидев тебя. Но ты здесь. Не плачь, Казетта. Отец. Мариус тоже здесь. Мариус. Мариус здесь. Месье Бонмерси. Если вы здесь, значит, вы меня простили. Простил? Да-да. Я знаю. Прощать это нелегко. Я всю жизнь старался это делать. Но признаю, что иногда я спотыкался. Это вы должны меня простить, а не я вас. Я могу только благодарить вас. Благодарить. За что же? Не стоит даже говорить. Твой муж все-таки очень красив, Казетта. И ты, ты такая красивая. Что на тебе надето? Ночная сорочка. Ночная сорочка. Ты пересекла пол Парижа в одной ночной сорочке на плечах. Вы пронесли меня на своих плечах через Клоаку. Да. Ты был потяжелее ночной сорочки. Но вы заставляете меня говорить о том, о чем я не хочу говорить. Я хочу только умереть. Я хочу только умереть. Умереть? Да. Но это не страшно. Но я не хочу. Я вам запрещаю. Вы слышите? Да-да, запрети мне умирать. Кто знает? Может, я тебя и послушаюсь. По крайней мере, сейчас. Чуть позже мне придется повиноваться другому господину. Господу Богу. Но это к лучшему. Я так и остался отверженным. Я об этом никогда не забывал. Моя смерть принесет облегчение всем вокруг. Отец, что вы говорите? Мариус, ну скажи же, сделай что-нибудь, я прошу тебя. Ты слышишь, Мариус? Видишь, как она в тебя верит? Это доказательство ее любви к тебе. Дети мои, это так прекрасно, что вы любите друг друга. Казет, посмотри, как он нам улыбается. Посмотри.
Как красив мой отец, правда? Да. Моя маленькая плутовка. Ты никогда мне раньше об этом не говорила. Дети мои. Только не думайте, что я закрываю глаза, чтобы не видеть вас больше. Но канделябры меня ослепляют. Они заставляют меня плакать. Мне кажется, они все-таки немного волшебные. Поставьте в них обычные сальные свечи. Поставьте простые свечи, и покажется, что в комнате взошло солнце. Я вижу свет. Много света. Фильм озвучен по заказу компании ЕА Синема.